Друзья, всем привет! Бывает так, что вы переустанавливаете Windows, у вас на диске C там обычно Windows, он полностью стирается, там новый Windows, да, а вот на диске D у вас все игры, скажем, из Steam, папка называется Steam Apps, по-моему, и, значит, там у вас игры остались, да, и когда вы устанавливаете заново Steam, он как бы не видит эти игры. Так вот, как сделать так, чтобы Steam увидел ранее уже скачанные игры? Так вот, на примере Dota поехали, нажимаем «Установить». Далее, у меня на диске D, я выбираю здесь вот «Установить», «Создать новую папку на диске D». И здесь у меня, смотрите, Steam Apps есть уже в папке Games. Я выбираю Games, нажимаю «Выбрать», нажимаю «Далее». И сейчас вот пройдет время, подготовка к установке, и вот он сообразит то, что там уже есть. Значит, Dota в папочке Steam Apps. Вот он соображает, проверка файлов. Видите, проверяет файлы, уже скачанные. Поиск, видите, происходит поиск существующих файлов. И на самом деле, друзья, он найдет сейчас, значит, не только все файлы для Dota, да, он найдет все файлы, какие есть из списка уже, значит, купленных игр ранее, либо добавленных игр. Вот, так что, значит, вот видите, поиск существующих файлов для Dota 2. Это, конечно же, занимает время, вот, поэтому, я не знаю, я, конечно, надеялся, что это будет побыстрее, как-то я так забыл, что какое время он это делает. Но все равно, друзья, ждем. Сейчас, наверное, он покажет. Проверка файла, все еще происходит. Ладно, друзья, короче, видите, он найдет файлы Dota и покажет все установленные игры. Проверьте на себе, проверено много раз. Правда, это было уже давно, но поверьте, все работает. Друзья, так что надеюсь, что видео вам будет полезным. Проверяйте, точно все работает. Ссылок на Steam не надо тут. Я думаю, все и так знают. Всего доброго, всем пока. До свидания.